aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Нет. Заберите этого ребенка. Посмотри на него, какой он милый. Это твой ребенок. Забери, я тебе сказала. Он не мой. Это ребенок Керманов. Забери, тебе говорю. Привыкнешь со временем. Забери. Забери же. Забери, тебе говорю, забери. Я хочу ее увидеть. Сделаю повязку, потом увидишь. Со мной все хорошо. Я хочу увидеть Зихру. Доченька? Малышка моя. Как ты, доченька? Мама, дочка. Я не хотел заходить до твоего прихода, но... Но... Хорошо. Это не важно. Я здесь, рядом с тобой. Я всегда рядом. Не плачь. Рука. Что с твоей рукой? Ничего страшного. Тетя Зинеп осмотрела. Ничего важного. Хорошо? Только не плачь. Я хочу увидеть своего внука. Давайте пойдем. Конечно, давайте. Чего мы ждем? Я не могу впустить всех. Это опасно для ребенка. Вы же знаете, ребенок родился раньше срока. Нужно быть осторожными. Мама, мы уедем отсюда, не так ли? Забрала наши паспорта. Мама, что-нибудь случилось? Мы уедем, да? Умоляй, скажи, что уедем.
Ничего не случилось. Все по плану. С чего это вдруг? Уезжаем, уезжаем, доченька. Только не плачь. Милик, пойдем. Я сделаю повязку. Я скоро вернусь. Хорошо? Ну, и чего мы ждем? И мать ее ушла. Пойдем же, Лейла. Не хочешь на него взглянуть? Нет, иду, бабушка. Просто чтобы не заходить толпой. Доктор говорит же, нельзя. Ой, какая умная. Давай, заходи. Паспорта украли. Не могу об этом сказать Зихре. Нужно сделать новые паспорта. Пока не узнала Зихра, нужно сделать новые паспорта. Господин Наджи, это Милек. Да, я покупал у вас паспорта. Это, возникли проблемы. Мне срочно нужны новые. Ты, оказывается, жена Деврана Кирмана, не так ли? Да. Но это здесь ни при чем. Он не должен об этом знать. Госпожа, просто отныне мы с вами работать не будем. Мы не хотим портить с ним отношения. Мы не хотим проблем. Найди другой выход. Это просто копия Али. Отлично. Доченька, такой красивый ребенок. Дай Бог убережет его от болезней. Аминь. Молодец, маленькая невеста. Ты так сильно напугала нас, но потом вручила нам здорового внука. Зихра, держи своего малыша. Зихра, держи нормально. Сделаю фото и отправлю Али, чтобы тоже увидел. Тьфу-тьфу-тьфу, как бы не сглазить. Открыл глаза, как будто посмотрел на нас. Копия Али, только взгляни. Доченька, держи его нормально, прямо. Господин, не кладите трубку, прошу вас. Смотрите, я обещаю вам, Девран об этом не узнает. Мне нужно забрать эти документы. Вопрос жизни и смерти, умоляю, помогите. Но раз вопрос жизни и смерти, так и быть, поможем. Но раз ты жена Деврана, то и условия будут другими. Раз мы подвергаем свою жизнь опасности, то оплата будет соответствующей. Мы хотим в два раза больше, чем получили в прошлый раз. Как я найду столько денег? Это твои проблемы, меня они не касаются. Ну что, Азат, какие еще планы, кроме отпугивания моих клиентов? Ты говоришь мне о правах, хотя половина доли еще принадлежит мне, Девран. Смотри, Азат,
То, что твои деньги у меня, это хорошо. Если завтра погоришь, останешься без денег. То есть я делаю доброе дело? Знаешь, о чем я беспокоюсь, Дебран? То, что я сделаю с тобой, когда моя подпись будет недействительной. Но почему он не замолкает? Почему? Потому что он бедный, голодный. Ну давай же, накорми его. Нет. Нет, не хочу. Не хочу. Что значит «не хочу»? Ты должна, ты мать, и ты будешь кормить своего ребенка. Нет, не хочу. Я хочу к маме. К маме хочу. Этот ребенок хочет к тебе, к своей маме, доченька. Не хочу. Зихра, смотри. Сейчас получишь. Накорми ребенка. Нет. Я хочу к маме. Мама, я хочу к маме. Приди в себя, маленькая невеста. Быстро накорми его. Не упрямься, Зихра, давай. Хватит. 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 Я не хочу его кормить. И что теперь я буду делать? Они хотят в два раза больше. Где возьму столько денег? Я могу еще пару дней подержать Зихру в больнице. А потом нужно будет выписать ее. Это понятно, но ведь дом еще не продан. Как я найду столько денег? Боже, все было готово. Должны были сбежать отсюда. Ну вот, опять не получилось. Но Зихра не может вернуться в тот дом. Она потом не сможет выйти оттуда. Нам проще бежать из больницы. Поэтому я не знаю, как решить это дело за два дня. Другого выхода у меня нет. Мелек, Зихра плачет. Сходила бы к ней. Зихра, почему не будешь кормить? Это твой ребенок. Он тоже хочет есть. Хочешь, чтобы он помер с голоду? И так рано родила. Он слишком слабый. Если не будешь его кормить, где же маленький малыш возьмет сил? Давай, Зихра, давай, милая. Так нельзя, это грех. Смотри, он плачет от голода, давай. В чем дело, доченька? Зихра? Видите ли, кормить не хочет. Из-за этого весь шум. Пусть не упрямится и покормит. Иначе будет плохо. Не хочу. Я не хочу. Зихра, покорми ребенка. Это твой ребенок. Да, мы так нельзя. Я прошу вас, чтобы вы покинули это помещение. Так нельзя, у нее будет стресс, а потом вовсе пропадет молоко. И не сможет кормить. Я поговорю с ней. Мама. Дочка, не плачь, пожалуйста. Не плачь, милая. Вы отсюда уйдете. Мать и дочь, вы отсюда свалите. Я избавлюсь от вас обеих.
Это у меня должен быть ребенок. У меня мой ребенок должен быть. А этот должен был сдохнуть. Должен был умереть. Он должен был умереть. Что значит «не буду кормить»? Что слова такие? Ребенок что, голодным останется, а мама? От ее молока и пользы не будет. Посмотри на нее. Готова утопить ребенка в ложке воды. Фатма, сообщи всем селам. И пусть немедленно найдут кормилицу. Найдут кормилицу моему внуку. Хорошо, бабушка. Зимрюд, оставайся с Зихрой. Мы с Фатьмой решим этот вопрос. Хорошо, бабушка. Все, давай. Увидимся. Давай. Не хочу. Унесите его отсюда. Даже голос его слышать не хочу, мама. Маленький невинный ребенок. Он ведь ни в чем не виноват. Тетя Зина, помоляю, унесите его отсюда. Я его не люблю. Я его не хочу. Хорошо, дорогая, пойду. Укутаю его. Мама. Ради Аллаха, давай уедем отсюда. Умоляю тебя. Не оставляй меня с этим ребенком. Я его не люблю. Как же повезло этой девке. Бабушка ходит и называет его Джамалем. Даже эта мышь смогла родить, а ты не смогла. Еще называешь себя женщиной и крутишься вокруг. Как будто я намеренно сделала выкидыш, мама. Ты была невнимательной и не смогла его защитить. Ах, мамочка, слава Аллаху. Лейла сказала, что ребенок очень красивый, похож на Али, не так ли? Да. Но слабенький еще. Очень красивый маленький Джамаль. Глаза Керманов. Будущий ага Керманов. Не смогла посмотреть. Не оставила Кадима одного. Бабушка, я сообщила всем. К вечеру найдут грудную маму. Не беспокойся. Почему? У Зихры что, нет молока? Не хочет кормить. Капризничает. Лучше возьмем кого-нибудь. От нее пользы не будет. Это прислали тебе. И я приеду в конце недели, Зихра. Отныне будем семьей. Али. Нет! 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 Зихра, в чем дело? Ты чего орешь? Ты что делаешь? С ума сошла? Что это такое? Ты что, из-за этого орешь? Али твой муж, отец ребенка. Конечно, приедет. А ты что думала?
Хорошо. Поняла. Всего доброго. Ну как? Адвокат опять занимается продажей. Но мы упустили покупателя. Дела будут еще хуже. Быстрее бы продать дом и закончить это все. У тебя ребенок есть? Мы думали, ты поумнеешь после его рождения. Но ты вообще с ума сошла. Возьми себя в руки до приезда Али. И ты будешь его почитать. Будешь ему женой, поняла? Что здесь произошло? Мама! Мама, Али приедет. Да, приедет на неделе. К себе домой. Мама. Али ни в коем случае не приблизится к моей дочери. Я не позволю. Надоели, избалованные. Только на голову сядьте. Кормить не хочет, мужа не желает. Ничего не хочет. А ты потакаешь ей. Будь матерью и вправь ей мозги. Она больше не ребенок, она мать. Иди ко мне, бедненький. Бедненький. Прости меня, что я пыталась вырвать тебя изнутри. Вырвать тебя изнутри мамы. Прости меня, хорошо? Мы не знали о том, что подготовит нам судьба. Мы принимали неправильное решение по отношению к тебе. Но ты молодец. Ты очень сильный мужчина. Ты должен был появиться на свет. Что? Не понравилось? Ну, конечно, нет запаха матери. Никто не заменит маму. Я это очень хорошо знаю. Маленький. Ну-ка, открывай ротик. Давай, давай. Давай, открывай. Мама. Мама, мы уедем, да? До конца недели уедем, да, мама? Мама. Мама. Мама, когда же мы уедем? Ответь, ты билеты взяла уже? Да-да, взяла. Мы скоро уедем и избавимся от этого кошмара.
Маленький Джамал скоро приедет, и ты увидишь его. Он такой милый, такой красивый малыш. Будешь его дядей. Слава Богу, и Керман увидели внука. Он наш маленький господин. И у моего Деврана будет. Наша семья будет идти только вперед, сынок. Мамочка, позавтракай, я его накормлю. Нет, ты завтракай. Скоро мой Кадим сам будет кушать свою еду. Хоть бы так было, но это невозможно. Что ты имеешь в виду? Нельзя терять надежду. Сегодня приедет массажист. Доктор сказал, если ухаживать за ним, то все будет хорошо. Да? А я не знал. Мама, ну зачем? И так возим в больницу. Что значит зачем? Будем делать все, что в наших силах. Лишь бы поправился. Давайте. Давайте, кушайте. И ты кушай, сынок. Я встану. Я встану на ноги и все расскажу о вашей лжи. Бойся меня, Бехия. Бойся. Есть новости от адвоката? Нет. А на неделе еще приедет Али. Нужно увезти ее раньше, чем он приедет. Как я это сделаю, я не знаю, Зейнеп. Я собиралась поговорить с тобой, Мелек. О чем? Это связано с Джамалем. Отказывается от смеси. Не пришел в себя с вчерашнего дня. Некоторые дети требуют запах своей мамы. Бедный, он очень голоден. Ну же, давай, кушай, кушай. Но если Зихра покормит его, она к нему привыкнет. Это все-таки материнство идет изнутри. Мы потом вообще не сможем уехать. Ее жизнь разрушится, Зейнеп. Я не смогу поговорить с ней об этом. Как мы можем поступать так по отношению к маленькому невинному малышу? Мы разве имеем на это право? И то, чего хочет его мать, так не будет всю жизнь. Самое важное — это материнское молоко. Это его первые моменты в жизни. Когда я родила Зихру, ее сразу забрали у меня. Она не знала материнского молока, ни запаха мамы. В чем я была виновата? В чем была виновата Зихра? Как мы можем, так и будет. Ч-
Дорогая, я понимаю, тебе очень сложно. Но пусть покормит его до отъезда. Пусть вдохнет запах мамы, получит молоко. Девран? Девран? Бабушка пытается вылечить Кадима. А вдруг и правда станет на ноги? Что я могу сделать? Что значит, что можешь сделать? А вдруг поправится? А если заговорит? Что тогда? Раз так, тому и быть. Откуда мне знать, мама? Потом мы посмотрим. Наконец-то. Наконец-то вы соединились с внуком. Да, назвали его Джамалем. Дай Бог ему здоровья. Спасибо. Скоро нас выпишут, конечно. Ждем вас. Хорошего дня. Все поздравляют. Телефон не умолкает. Алло? Дочур, я скажу тебе кое-что. Ребенок очень голоден и отказывается от смеси. Я знаю, это сложно, но, может быть, ты покормишь его? Мама, я не хочу. Если ты покормишь его, это не будет значить, что ты приняла его. Это ради его здоровья. Пусть он наестся, хорошо? А потом мы уедем отсюда, да, мама? Оставим его здесь и уедем далеко-далеко? Уедем. Я тебе обещаю. Но немножко потерпи, умоляю тебя. Мы пришли. Зихра, дорогая, возьми его. Всю больницу на уши поднял. Добрый день, Хавин. Я собирался пообедать. Можем пообедать вместе? Не хочу. Хорошо, может быть, поужинаем? С чего это? Смотри сюда. Чего нос воротишь? Что капризничаешь? Считаешь себя неприступной крепостью, что ли? Можешь отпустить мою руку? Смотри сюда. Оставь ее в покое. Отучились, выбью, чтобы больше не видел тебя рядом с ней. Хавин, пойдем. Поздравьте нас.
поговорила с Зимрюд. Маленькая невеста кормит ребенка грудью. Правда? Слава Аллаху. Не могла уснуть всю ночь. И, видимо, привыкает. Конечно, привыкнет. Она же мать. Примет своего малыша. Это же материнство. А потом еще увидишь, и нам отдавать его не будет, чтобы подержали его на руках. Наелся, видишь? Сразу уснул. Ну, конечно, он устал. Проголодался и еще захочет. Нужно чаще его кормить, чтобы он быстрее вырос, Зихра. Доченька, ты ложись, отдыхай. Я поеду домой, привезу одежду, ладно? Ну что, Азат, какие еще планы, кроме отпугивания моих клиентов? Ты говоришь мне о правах, хотя моя доля все еще у тебя, Девран. Смотри, Азат, то, что твои деньги у меня, это хорошо. Если завтра погоришь, будешь без денег, то есть я делаю доброе дело. Знаешь, чего я боюсь? То, что сделаю с тобой, когда моя подпись будет недействительной. Азат совсем обнаглел, господин. Пришел, открыл магазин рядом с нами. Ходит, лазает вокруг. Так еще и клиентов отобрал. Он пожалеет, что открыл магазин здесь. Ты куда, господин? Заскочу в банк. Зихра не может вернуться домой, Зинеп. Она потом не сможет выйти оттуда. Нам проще бежать из больницы. Я сделала тебе кофе. Спасибо большое, Хавин. И ты из меня нервничаешь. Я сказала Харуну уйти, но он не ушел. Не расстраивайся. Еще раз побеспокоит. Сразу скажи мне, ладно? У меня хорошие новости. Да? Какие? После ухода пришли покупатели и купили пару ковров. Мы поедем в Норвегию. В первый раз слышу о ней, но говорят, там очень красиво. И так же, как в Стамбуле, есть море. У нас с мамой будет красивый дом среди цветов. Там и сад будет. И мы вместе будем очень счастливы. Вы что, не хотите уезжать? Господин Салим, здравствуйте. Нет новостей по поводу дома? Это, конечно, хорошо, но у меня нет времени. Нужно сегодня продать дом. Не знаю. Если будет нужно, торгуйтесь. Но продайте дом сегодня же. Уйти, мой хорошенький. Тьфу-тьфу-тьфу. Упаси тебя Господь от невзгод. Зихра, посмотри, какой же он красивый. Видишь? Какой же он красивый. Я немного посплю до прихода мамы. Уйти, мой хороший.
Сынишка Али, ты пахнешь раем. У моей знакомой родственник попал в такую же ситуацию. Тоже был парализован. Помнишь Бахие? Да, мама. Бегали по больницам, делали физиотерапию, или как там ее? Целый год возились без остановки. Но если сейчас увидишь его, то он будет без колески. И мой Кадим поправится, дай Аллах. Дай Аллах, мама, дай Аллах. Милек, доченька, добро пожаловать. Как Зихра? Хорошо, отдыхает. Я возьму пару вещей, переоденусь и поеду обратно. Сколько будешь оставаться в больнице? И почему ее не выписывают? Не знаю, обследуют еще. Мы рожали дома, а потом принимали гостей. Скажи докторам, пусть ее выписывают. Мы здесь лучше за ней присмотрим. Нельзя. Ее вернули с того света. Выпишут тогда, когда доктор позволит. Почему не позвонила? Я бы забрал тебя. Не хотел беспокоить, я и так уже ухожу. Хорошо, я тоже выхожу, подброшу тебя. Бабушка, вот как ты хотела. Фатма, положи в комнату Зумрюд. Дай Бог, эти деньги пойдут на благое дело. Теперь каждый пойдет своей дорогой, да? Зихра, он хочет спать. Начал зевать. Возьми, пусть уснет у тебя на руках. Нет, держи его подальше от меня. Хватит так говорить. Услышит и все поймет. Я пойду за водой. Хочешь чего-нибудь? Хочу. Хочу маму. Мама! 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 Дорогая, ты в порядке? Где мама, тетя Зинеп? Почему мы все еще здесь? Она скоро будет, дорогая. Осталось немного, скоро уедете. Мама скрывает что-то, да, тетя Зинеп? Ради бога, скажи, в чем дело? Почему не рассказывает мне? Или мы не сможем уехать? Нет же, дорогая, все хорошо. Мама занимается этим вопросом. Не так легко, как казалось. Мы уедем отсюда, не так ли? Дай Аллах.
Но раз вопрос жизни и смерти, так и быть, поможем. В конце концов, ты жена Деврана. Но условия будут другими. Мы хотим 2 раза больше, чем получили в прошлый раз. К сожалению, госпожа Милек, я сообщил всем риэлторам. Никто не обращался по поводу покупки. В течение 2 дней найдется покупатель. Это, конечно, хорошо, но пусть дом будет продан сегодня. Это невозможно. Мы уедем, не так ли? До конца недели уедем, мама. Боже мой, что делать? Бабушка, вот деньги, которые принадлежат Азаду. Фатма, положи в комнату землет. Дай Бог, пойдут на благое дело. Ты не можешь украсть чужие деньги, Милек. Милек, ты же не воровка, ты не можешь этого сделать. Это невозможно. Боже мой. Умоляю, помоги найти мне выход. Когда уезжаешь? Что ты несешь? Норвегию. Когда поедете? Ну же, Милек, давай быстрее. Это дневник Зихры. Она просто пишет туда свои мечты. А чего она хочет, я не знаю. Перед тобой ребенок стоит. Думаешь, я не знаю твои планы? Я не знаю, о чем ты, Лейла. Дай сюда. Все не так, как ты думаешь. Отдай. Не бойся. Я не сдам тебя. Забирай свою дочь и вали. Куда собиралась? В Норвегию или в Пресподнюю? Только вали отсюда. Убирайся из нашей жизни. Если не уедешь, тогда я покажу тебе, как погублю твою жизнь. Ты и твоя дочь каждый день будете отвечать за то, что сделали. Поняла? В чем дело? Ничего, господин, помогала Милек. Если готовы, пойдем. Пойдем. Мамочка не присматривает за тобой, да? Не кормит тебя, да? Но разве можно его не любить? Дорогой мой, по папе скучаешь, да? Папа скоро приедет. Он тебя тоже любит. Будет за тобой ухаживать. Зихра, ну же, покорми его, не упрямься. Я только покормила его. Давай, не упрямься, давай же. Он не может уснуть, он голодный. Давай быстрее. Давай, держи. Держи, сейчас получишь.
Что-нибудь случилось? Да, я забыла кое-что. Хорошо, забирай, я побуду тут. О, Аллах, что я делаю? Мы уедем отсюда, не так ли? Мы отсюда уедем. К концу недели, не так ли, мама? Господи, прости меня. Другого выхода нет. Прости меня. Господин, что-нибудь случилось? Вы что, еще не уехали? Мелек забыла кое-что. Как вернется, поедем. Что происходит? Что забыла в этой комнате? По ночам в больнице холодно. Взяла кардиган для госпожи Зимрюд. Ну что, все? Ты в порядке? Да. Ты выглядишь бледной. Ты заболела? Нет, просто очень устала. Ничего страшного. Да, бабушка. Азат, сынок. Деворан принес твои деньги. Да ну, додумался наконец-то. Приходи, забирай свои деньги. Расплатись за машины. Зимрюд сказала. Для магазина еще кое-что нужно. Не беспокойся, все будет хорошо. Бабушка, меня волнуют не деньги. Пусть будет мало, но честно заработанное. А потом, когда пригодится, эта малая часть пригодится больше остальных. Заскочу вечером. Спасибо, бабушка. Госпожа Фатьма, здравствуйте. Это я, доктор Зейнеп. Да, доктор. Мы недавно говорили с вами. Вы собирались узнать про госпожу Софию. Есть новости? Да, спросила. Но они не знают. Прошло много времени. Ну, конечно, забыли уже. Я вас утруждаю, но это очень важно для меня. Это вопрос всей моей жизни.
Мне нужно ее найти. Если у вас есть что-нибудь, вы можете сообщить мне, не так ли? Хорошо, доченька, хорошо. Не радуйся, что поправишься, Кадим. Я не позволю такому случиться, и массажист тебя не вылечит. Бог наказал меня, накажет и вас, Бахия. Я буду жить только ради того, чтобы увидеть это. Вы вылетите из этого дома. Вот увидишь. Ты что, не поехала в больницу, Бахия? Иди, взгляни на малыша. Нет, мама, не могу его оставить одного. Иди, доченька, я же здесь. К тому же и Лейла дома. Мы сделаем все, что нужно. Но Зихара же не сбежит. Рано или поздно приедет домой. А у меня муж болен все-таки. Нет никого важнее его. Смотри, Кадим, смотри. Знай цену своей жене. Никто не заменит такую жену, как она. И не расстраивайся, сынок. Ты будешь ходить. И все будет, как раньше. Если что, звони, я сразу приеду. Мирек, сильно не утруждай себя. Я всегда рядом. И Зихра поправится. Хорошо. Господин Аджи, я нашла деньги. Мы можем увидеться? Еще не все. Дай посмотрю. А, все. Иди ко мне. Джамаль, ты видишь, какой он стал милый? Покушал. Будешь теперь спать, не так ли? Спи, вырастешь большим мальчиком, не так ли? Спи, мой мальчик. Маме Джамале нужно прогуляться. И я помогу вам. Джамаль мой господин. Ну все, хватит, пойдемте в комнату. Мне больно, я не могу это терпеть. Постарайся потерпеть. Дойдем до туда и хватит. Родила в таком возрасте?
Есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Ты пока шла, никого не видела? Нет. А то потом с Девораном проблемы будут. А они нам не нужны, поняла? Я и так заберу паспорта и уеду. Не беспокойтесь. Остальные отдам. Когда получу паспорта. Хорошо. Завтра вечером увидимся. Будет поздно. Мне нужно сегодня вечером. Нет, жди завтра вечером. Хорошо. Пойдемте, ребята. Господин Шахим. Здравствуйте. Здравствуй. Как дела? Как поживаешь? Спасибо, все хорошо. Прошу, выпьем чаю. Посмотришь наш товар. Спасибо, Дворан. В этот раз не буду покупать. Бизнес одно дело, дружба другое. Просто поболтаем. Спасибо. В другой раз. Харун. Проследи за ним. Пойдет в магазин Азада или нет? Нет, эти тоже, конечно, хорошие. Завтра поступят новые модели, может быть, их посмотришь. Завтра посмотрим на материал и цвета, а потом будет новый выпуск. Хорошо, договорились. Селин, ты устала с самого утра. Пойди отдохни, выпей чаю. Здравствуйте. Легкой вам работы. О, господин Шахим, здравствуй, дорогой. Прошу, присаживайся. Поздравляю. Дай Бог, будет все хорошо. Удачи тебе и благополучия. Спасибо, спасибо. Потихоньку развиваемся. Если даст Аллах, это будет нашим пропитанием. Я хорошо знал твоего отца и хорошо знаю тебя. Ты такой же храбрый, честный и порядочный человек. С тех пор мы будем работать вместе, сын мой. Пусть первый заказ принесет удачи. Спасибо, дядя. И тебе спасибо, племянник. Дай Бог, все будет хорошо. Минуту, я скоро вернусь. Хорошо. Харун, не убегай. Не бойся, ничего не сделаю. В чем дело? Крутишься вокруг меня? Здесь огромный торговый центр. Или ты выкупил территорию и вокруг магазина? Смотри сюда. Передай тому, кто тебя послал. Бог воздаст каждому за свои заслуги. Бог ни перед кем не останется в долгу. Если будет следить за мной, лучше пусть занимается своими делами, чтобы Бог его уберег. А теперь проваливай отсюда. Свежий чай. Я же собирался вам чай принести. Приятного аппетита. Отлично, давай, увидимся. Давай, всего хорошего. Ну ты что делаешь? Это же новый сервис. Извините, вы просто выскочили передо мной. Да ну, это я врезался в вас? Виноват и еще обвиняет. Не начинай.
Разбились два стакана. Что такого? Возмещу ущерб. Боже правый, извините, я скоро буду. Извините, скоро буду. Зехра? Хватит плакать. Не плачь. Не плачь. Почему ты плачешь? Прости. Разлучаю тебя с твоей мамой. Я знаю, ты этого не заслужил. Но я обязана это сделать. Ради твоей мамы. Ради Зихры я обязана это сделать. Надеюсь, ты простишь меня однажды. Надеюсь, твоя судьба будет лучше, чем у твоей мамы, и ты не будешь расти в слезах. Мама? Мама, ты что, плачешь? Нет, нет, не плачу, все хорошо. Мама, ты плачешь? Что-нибудь случилось? Или мы не можем уехать? Уедем, все будет хорошо, проблем нет. Все в порядке. И я в порядке тоже. Обанкротил огромный муниципалитет. А мы возносили Рашида Кару. Не оставил ни цента, забрал все и сбежал. Все забрал, обанкротил наш поселок. Господин Рашид? Войдите. Милек? Дорогая, ты в порядке? Или проблемы с паспортами? Я себя уже не узнаю. Я делаю то же самое дочери, что со мной сделала моя мать. Разлучаю ребенка с матерью. Но в чем я виновата? Почему это происходит со мной? Кому я навредила? Не говори так. Жизнь не всегда преподносит нам то, чего мы желаем. Иногда преподносит нам сюрпризы. Мы думаем, что тонем под этими волнами. Но мы не можем знать. Возможно, эти волны по плану судьбы и должны исправить что-то. Для нашего же блага. Я украла деньги. Украла деньги? У кого? В доме Керманов.
Не смотри так. Умоляю тебя. У меня не было другого выхода. Нам нужны деньги, чтобы мы уехали отсюда. И дом никак не продам. Жаль, что ты сделал это, Мелек. Возвращается со временем. А вдруг керманы начнут их искать? Если выяснится, что ты похитила их, что ты будешь делать? Не знаю. Я сейчас не могу думать об этом. Я и так отдала половину денег. Нет пути назад. Завтра ночью мы уезжаем. Дай Бог. Боже, если бы не ты. И я бы не смогла все это сделать. Спасибо за все, Зейнеп. Благодаря тебе мы уберемся отсюда. Раз. Два. Три. Перейдем на другую ногу. Раз. Два. Три. Посмотрим на руки. Раз. Два. Три. Перейдем на другую руку. Раз. Два. Три. Теперь локти. Боже мой! Женщина, что тебе нужно от моих стаканов? Что мне может быть нужно от этих ужасных стаканов? В этом огромном торговом центре только здесь можно перекусить. Вот я и пришла. Вы готовите? Да, готовим. Я же буду заваривать чай в эти ужасные стаканы. Ничего? Хельми, это что, правда? Где господин Рашид? Правда, Фатима. Он собрал свои манатки, взял Элиф с собой. Как так? Почему мне не сказал? Как он мог бросить меня? Даже письмо не оставил. Ничего не оставил. Только есть неоплаченные квитанции. Могу дать себе. Да? Позор тебе, господин Рашид. Да чтоб тебя! Как можно было бросить свою невесту? Он ведь меня опозорил. Тетя? Ты что, его невеста? Шахмензент? Тетя! Держи, держи ее. Ты был прав. Он пошел в магазин Азада. Слышал, о чем они говорили? Азад принял заказ. Азад увидел меня, господин. Подошел и читал нотации. И сказал, пусть делает, что хочет, но не сможет мне помешать. Я знаю, что я сделаю. Мама, забери его, умоляю. Хватит уже, забери его. Хорошо, давай. Сынок, у Зихры не хватает молока, чтобы накормить малыша. Устала уже плакать. Дайте смесь, в чем проблема? Что ты несешь? Как им можно заменить молоко матери? Мы нашли грудную маму. Скоро приедет в дом. А вы готовьтесь, скоро выписываемся. Нельзя. Что?
потому что Зихру обследуют. Мы не можем выписываться. Зихру все в порядке. Я спросила медсестры. Она в порядке. И сегодня ее выпишут. Нет, мы сегодня останемся. Пусть все закончится, а потом приедем. Ой, делайте, что хотите. Но малыша я здесь не оставлю. Госпожа Фатьма, извини. Мы за него голосовали, чтобы он все исправил, чтобы хорошо жили. А он забрал деньги и сбежал. Мне теперь стыдно перед всеми. Я ведь был его правой рукой, а теперь разносчик чая. Тебе чего стыдиться? Это тот мошенник. Рашид должен стыдиться. Упаси Боже от таких людей, как он. Да будет он проклят. Хильми? Да. Принеси один чай. Один чай? Несу. Извини, тетя Фатьма. Не расстраивайся, тетя. Если вернется, будет твоим. Если не вернется, значит, он не был твоим. А ты откуда взялась? Домашние здесь? Нет, тетя. Я сбежала из дома. Сбежала? И кому ты сбежала? Я сбежала к тебе. Они собирались выдать меня замуж против моей воли. Я сказала, что не выйду замуж. Не послушали меня. А я послушала голос сердца. Голос сердца? Да. В моей голове был голос. Он твердил. Иди к тете Софие. Иди к тете Софие. Вот я собрала свои вещи и прибежала. Тетушка София, ну выдели мне комнату. Заткнись. Не называй меня София. Меня зовут Фатьма. Называй меня Фатьмой. Тебе ясно? Да, хорошо, тетя София. Замолчи. Прошу, бабушка. Хватит вешать нос. Ты еще молода. И у вас будут дети. Будут вместе играть и расти в этом дворе. Не огорчайся. Вот бы я хотела в это поверить. Что бы я ни делала, пока Мелек в этом доме, Девран даже не приходит ко мне. Господин Шахим. Поздравляю. Завел новых партнеров. Спасибо. Да не за что. Пойдем посидим. Есть одно предложение. Не сможешь отказаться. Смотри, Девран. Для меня в первую очередь важна честность. Я договорился с Азадом. А тебе удачи. Хорошо. Готов отдать за полцены. Только дай согласие, и я все подготовлю. Правда? Ну, конечно. Пойдем, поговорим об этом. Пойдем. Я не ожидал такого от тебя, Девран. Чем ты больше проворачиваешь дело за спиной другого, тем больше потом вернется. Только я убедился, что сделал правильный выбор, решив работать с Азадом. Матушка Нурджин, моя племянница, Шахмезент. Здравствуйте.
В доме и так много дел. Теперь еще и за Кадимом нужно ухаживать. Еще ребенок родился. Шахмезин приехал из деревни, чтобы работать здесь. Если не против, вместе будем работать. Что думаешь по этому поводу? Я за нее ручаюсь. Ты права. И за Зихрой нужно будет ухаживать. Хорошо. Пусть разложит вещи и приступает к работе. Спасибо вам большое. Иди давай. Ну что, физиотерапия закончилась? Да, мама. Скажу вам честно, состояние Кадима не из лучших. У него нет нервных окончаний. То есть, вы имеете в виду, что он не поправится? Нельзя терять надежду. Будем лечиться. Есть больные, которые были в худшем состоянии и вставали на ноги. Делайте, что нужно. Ни в чем не отказывайте. Дай Бог, мой сын встанет на ноги и будет ходить как раньше. Вы напрасно здесь сидите. Возле дома стоит машина. Если Зихрой что-нибудь случится, сразу привезут сюда. Госпожа Зихрой, Зихрой еще слаба. Сегодня будем здесь, а завтра приедем домой. Рустем, ты уже пришел? Возьми мою сумку и сумку ребенка. Ну да ладно, мы поехали. Поверни свою физиономию и посмотри, какой он невинный. Взяла бы его хотя бы в руки. Спасибо за все, что вы сделали, госпожа Зимрюд. Не для вас, а для своего внука это сделала. Иди ко мне, мой хороший, иди ко мне. Bir çocuk kadın duruyor karşında. Sen onu mutlu edemezsin ki, o daha oyun yaşında. Üzersin, kızarsın, kırarsın aman ha. Kaldıramaz ki bir tek acıyı daha. Üzersin, kızarsın, kırarsın aman ha. Kaldıramaz ki bir tek acıyı daha. Çocuk kadınım, içimde gizli acılarım. Çocuk kadınım, çocuk kadınım, acıyor hala yaralarım. Çocuk kadınım. Друзья, чтобы оформить этот заказ, нужно усердно работать до глубокой ночи. Не переживайте, вы получите свою надбавку.
Спасибо, господин. Спасибо. И вам спасибо. Зихру и ребенка сегодня выписывают. Я поеду и увижусь с ними. А тебе удачи. Хорошо, не переживай. Я буду здесь. Хамин, спасибо, что ты есть. Еле уложила. Зихра не хочет его кормить. Скоро приедет кормильца. И если не захочет, найдем другую женщину. Хорошо, сейчас позовем. Завтра утром приедет. Азат должен был приехать, чтобы увидеть малыша. Видимо, дела не закончились. Девран принес деньги Азада. Сумка в твоей комнате. Отдашь ему, как приедет. Слава Богу, наконец-то удосужился. Значит, сегодня последняя ночь? Да. Завтра первый день нашей новой жизни. Дай Бог, избавимся от этого кошмара. Я так волнуюсь. Но мы вдвоем будем очень счастливы. Да, мама? Забудьте про меня, да? Разве можно? Летом приедешь к нам на отдых. Госпожа Зимрюд. Да, госпожа Зимрюд. Джемаль проголодался. Кормлю смесью. Не ест. Постоянно плачет. Пусть Зихра соберется. Не смогла убить в животе, пусть не убивает голодом. Ребенок очень голоден. Хочет молока. Я не хочу кормить его грудью. Дорогая, ты не вынуждена кормить. Есть такой термин, как сцеживание. Сделаем это и отвезем малышу. Я отвезу. Осталось немножко, потерпи, доченька. Ты моя умница. Ах, тетка, значит, ты была невестой главой муниципалитета? Не говори о нем. Очень полюбила его, не так ли? Да что бы такое любовь? Он не мужик. Я не могу быть человеком, который похитил все деньги и смылся. А если бы не бросил тебя, ты бы вышла за него замуж? Не бросила бы его. Тетя София, ты что, плачешь? Замолчи. Не называй меня София. Фатьма. Я Фатьма. Ах, мой внук, пахнет раем. Дай Бог, будешь таким же храбрым, как и твой дед. Будет. Деду не позволила его судьба. Но мой Джемаль будет главой керманов. Увековечит свое имя в истории этого города. Возьми ребенка, Лейла. Ты тоже считаешься его мамой. Хорошо смотрится на твоих руках. Всем добрый вечер. Добрый вечер, сынок. Добро пожаловать. Как ты, бабушка? Хорошо. Все хорошо, сынок.
Мы ждали тебя, сынок. Прочти Джамалю его имя, чтобы он знал, кем он является. Я спрошу кое-что. Он такой маленький, потому что родился раньше. Он же ребенок. Конечно, он будет маленьким. Сынок, ты когда родился, тоже был маленьким, а потом вырос, и мой Джамаль вырастет. Дай Бог, мама, дай Бог. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду анна илляха илляллах. Ашхаду анна илляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Твое имя Джамаль. 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 Дай Аллах тебе здоровье. Пусть у тебя все будет хорошо. Мой Джамаль лежит в сырой земле. Пусть Аллах тебе даст длинную жизнь. Слушаю, Хавин. Отвезите готовые ковры, хорошо? Давай, давай, потом поговорим. Как ты? Хорошо. Принесла ребенку молоко. Мелек. Я знаю, что вы уезжаете. Сумка пустая. Внутри нет денег. Как так? Девран привез, они были там. Но нет их, нет. Кто может забрать их из дома? С чего ты взял, что мы уезжаем? Нет смысла врать мне. Я слышал ваш разговор с Зейнеп.
Не бойся. Я никому ничего не скажу. Дай Бог в этот раз вы вдвоем, мать и дочь, наконец-то сумеете сбежать. Я лишь хотел узнать, вам что-нибудь нужно? Нет. Спасибо. Наверное, взял кто-то, иначе куда они могли подеваться? Я поняла, кто это. С утра я видела, как Милека выходила из твоей комнаты. Не вини ее понапрасну, Бахие. Мы многое пережили из-за нее, но такого она не сделает. Сделает, мама, сделает. У нее только имя означает ангел, а на деле сущий дьявол. Я спрошу у нее. Она в больнице, рядом с дочерью. Госпожа Зимрюд, Милек пришла, на улице стоит, разговаривает с Азадом. Видимо, Азад заставляет работать допоздна. Пусть работают сколько угодно. Этот заказ они у меня не отберут. Пойдем. И опять же... Если будет нужна помощь, знайте, Азад рядом. Я всегда помогу вам. Договорились? Милек? Ты сегодня заходила в мою комнату? Да, чтобы взять ваш кардиган. В моей комнате, в этой сумке, были деньги Азада. Они пропали. Ты взяла их? Ты и на это способна? Только этого нам не хватало. Это я забрал деньги, мама. Ты? Я взял. Перед тем, как зайти к вам, я зашел в комнату, забрал деньги. Забыл сказать вам, получилось недоразумение. Милек, извини. Поставили тебя в неудобную ситуацию.
Я принесла ребенку молоко. Мне нужно вернуться в больницу. Что же я наделала? Что же я наделала? Боже мой, что я сделала? Взяла деньги Азада. Боже, что я сделала? Что же я сделала? Господи, умоляю. Прости меня, прости. Вам сделать новый чай? Не надо. Иди, собери вещи на стирку. Я займусь делами. Нет, мама. Ребенок не хочет. Хочет мамину грудь. Зихра вечером не выписывается из больницы. Будет пить молоко своей мамы. Выйдет, конечно, но у мамы мало молока, он не наедается. Я пошел, удачи вам. До свидания, сынок. Удачи на работе, сынок. Спасибо, бабушка. Господин, можно мне поехать с тобой? Я прогуляюсь заодно. Больше не болит? Хорошо себя чувствуешь? Хорошо все, мама. Я могу встать на ноги и ходить. То есть я готова ехать сегодня вечером? Мама, а мы с дядей Азадом попрощаемся? Но, мама, дядя Азад... Расстроится, что мы не рассказали ему. Дядя Азад поймет нас. С нами он не поедет, но всегда будет рядом. Его молитвы всегда будут с нами. Ты же знаешь это, не так ли? Давай, кушай. Хавин? Уснула, извини. Поехал бы домой, отдохнула. Я боялась, что мы не успеем. Это, конечно, хорошо, если будешь так работать. Мы закончим раньше времени. Алло. Да. Да, это я. Да ну, где ты говоришь? Хорошо, еду. Давай, спасибо. В чем дело? Нашли сумку Милек. Азад снова спас мне жизнь. Ничего не сказал.
Если бы я знала, что это деньги Азада, ни за что бы не взяла. И если бы он знал, что ты нуждаешься в них, сам бы отдал их тебе. Опять же, я взяла деньги без спросу. Я украла их. Я собиралась продать дом и положить их обратно, но... Я за это никогда не прощу себя. Оказывается, иногда люди не осознают того, что делают, потому что попали в трудную ситуацию. Я пыталась спасти Зихру, и больше ничего не пришло в голову. Я сегодня заберу паспорта. Наконец-то решу все вопросы. Да, Давран. Алло, Милек. С тебя Магарыч. Твою сумку нашли. Нашли? Где же? На Солнечной улице. Кто-то позвонил мне. Еду туда и заберу. Нет, не нужно ехать. Я сама заберу. Занимайся своими делами. Да ну, не едь. Я пойду заберу, а потом позвоню тебе, хорошо? Сумка нашлась. Хорошая новость. Нет, Девран за ней едет. Если он увидит паспорта, то обо всем узнает. Не нужно забрать ее, пока это не сделал Девран. Давай, неси. Вылей сюда. Тетя? А? Я вот чего не поняла. Чего ты не поняла? Лейла ведь жена господина Деврана? Да. А кто тогда эта женщина, что приходит сюда? Как же ее звали? Милек или как там ее? Тоже жена Деврана? Официальная жена? Он развелся с Лейлой и женился на ней? Как жаль мужика. Такой хороший. С чего это? Две жены, и обе не очень. А он как лев, такой видный мужчина. Шахмезент, занимайся делами. Какое дело до Деврана? А кто жена Азада? Он не женат. Почему? Он тоже как лев, солидный. Почему не женился? Ведь уже в таком возрасте он собирался жениться. На Милек. Не судьба, значит. Я поняла, потому что Милек и Азад больше подходят друг другу. Когда приближаются друг к другу, начинает светиться. Шахмезент, не болтай языком. Поработай руками. Куча работы. Вылей и уноси давай. Давай, набери воды и принеси. Вы не могли бы уехать быстрее? Ну что, собираешься? Да, решила подготовиться к приходу мамы. Волнуешься перед началом новой жизни? Немного волнуюсь. Но... И немножко расстроена. Почему? Ты что, боишься? Нет. Пока рядом мама, я ничего не боюсь. Но меня терзают смутные сомнения.
Ты очень хорошая девочка. Очень хорошая. Эти сомнения пройдут, не так ли, тетя Зейнеп? Я забуду все, не так ли? Некоторые вещи невозможно забыть, Зихра. Я, например, не забыла. Прошу вас, господин. Посмотрите, что внутри. Может быть, что-нибудь украли? Кошелек пустой. Ну да ладно. Главное, что документы не украли. А остальное пустяки. Сочувствую. Внутри была большая сумма. Нет, не думаю. Моя жена очень расстроилась, когда потеряла. Спасибо, что нашли. Вот, вознаграждение. Да нет, ну что вы, господин. Я увидел в документах фамилию Керман и сразу принес. Спасибо, бери, бери. Пойдем. Ты зачем приехала? Я же сказала, я заберу. Беспокоилась. Хорошо, и ты глянь. Он забрал деньги. Сколько там было? Немного, это не важно. Поздравляю. Но тебе нужно быть внимательнее. Давай. Дорогой сынок, наш красавец. Скоро придет твой отец, будет воспитывать тебя. Ты мой хороший. Никто не сможет навредить тебе. Никто. Никто не сможет. Никто. Ты будешь господином Джемалем. Будешь господином всех керманов. Ну, когда выписывают Зихру? Не знаю точное время. Как выпишут, позвоните, я заберу вас. Хорошо. Может, позвонить маме? Давай. Только собирались звонить. Ну что? Не случилось того, чего я боялась. Я забрала сумку. А чего ты боялась? Ничего. Ты с Девраном не уехала? Ты что здесь делаешь? Заехала в больницу повидаться со старыми друзьями. Я приехала за этим. Что они делают у тебя? Они были в твоей сумке. Я забрала, пока Девран не увидел. Хорошо. Документы не тронули. А остальное пустяки. Ну да ладно, соболезную вам. Скажи спасибо. И если бы Девран увидел это, ты бы и носу из дома не высунула больше. Зачем ты помогаешь нам? Я делаю это не ради вас, а ради себя. Проваливайте отсюда. Уйдите из моей жизни и из жизни Деврана.
Кто-нибудь звонил? Рабочие Азада. Сидят напротив, в кафе. Хорошо. Пойдем пожелаем приятного аппетита. Азад, на пустой желудок не работай. Давай, поешь. Почему ты не кушала? Я решила поесть с тобой. Спасибо большое. Ну, теперь проблем нет. Можем уехать куда угодно. Наконец-то сможем уехать. Мы больше не поедем в этот дом, не так ли, мама? На этот раз мы сможем. Но сначала я поеду в дом. Отвезу молока ребенку. А потом избавимся от этого всего. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Прошу, присаживайся. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, вы довольны своей работой? Слава богу, работаем днем и ночью, чтобы успеть с заказом. Хорошо, хорошо. А я решил расшириться. Куплю еще 10 станков. Удачи тебе, господин. Спасибо. Сложно найти хороших рабочих. Вот я и подумал, хочу работать с вами. Если будете работать со мной, то буду платить вам в 2 раза больше, чем сейчас. Ну что скажете? Будете работать у меня? Давай, Зихра. Немного походим с тобой. Доктор Зинеп сказала. Джамаль не кричит, Фатима? Нет, госпожа Зимрюд. Если проснется, услышишь. Он самый маленький, а голос самый звонкий, дай Аллах. Приятного аппетита. Как Зихра? В порядке? Все хорошо. Вечером сами увидите. Мы приедем домой. Тетя Фатима, если хочешь, положи молоко в шкаф. Фатима, оставь бутылку. Как Джамаль проснется, дадим ему. Хорошо. Мелек, сделай кофе. Я не против. Вечером выходишь, да? Да, ухожу. Соскучилась по ребенку? Ты в порядке? Голова кружится. Давай в палату. Ляжь и отдохнешь. Зихра? Зихра, ты в порядке? Позовите доктора Зинеп, быстро. Раз у Зихры мало молока, нужно кормить ее рисом. Увеличится, если будем кормить рисом. Больше молока будет, да. К тому же и такого количества достаточно. У нее же крошечная грудь. Проснулся, сыночек. Дай бог, этих звуков в доме будет очень много. Быстро сообщите в операционную. Доставьте ее туда немедленно.
Вот и пришел наш султан. Наверное, услышал, что о нем говорят. И подумал, не нужно говорить о нем в его отсутствии. Вот и пришел. Да, сыночек? Да, Зинеп. Что? В операционную? Почему? Что случилось? Зинеп, говори, в чем дело? Зинеп! Зихру отвезли в операционную. Салам алейкум, пришел чай. Хильми, где застрял? Едим в сухомятку. Ловля кроликов затянулась. Решил сделать чай с кровью кролика. Спасибо. Хильми, принеси еще 10 стаканов. Друзья возвращаются с трапезы. Конечно. Господин, только мы пришли. Почему? Остальные придут позже? Не придут, господин. Господин Девран расширяется. Предложил двойной оклад. Они ушли к нему. Зихра! Боже мой, помоги ей! Фатма, где Рустам? Скажи немедленно, приготовьте машину. А что происходит? Шахмезен, держи. Только осторожней. Что за люди такие? Как им не стыдно? Без предупреждения уходить. Мы же так не договаривались. Забудь, Хавин, забудь. Видимо, им важнее деньги. Мы никого не будем держать силой. Друзья, спасибо вам, что остались со мной. Не за что, господин. Азат, ну и что теперь делать? Как они втроем подготовят заказ? Я пойду и поговорю с ними. Они не могут бросить тебя вот так вот. Мы в конце концов договаривались. Оставь, Хавин. Найдем рабочих. Где найдем? Даже если найдем, пока покажем, обучим. Пройдет срок, заказ не будет готов. Да, мама. Азат? Сынок, Зихре стало плохо. Отвезли в операционную. Почему? Она же была в порядке. Откуда мне знать, стало плохо? Что-то случилось. Я с ребенком не могу поехать. Поезжай ты. Хорошо, мама, я еду. Боже мой, да что же это такое? Боже мой, помоги. Рустам, езжай быстрее. Но с чего вдруг? Ей же было хорошо. Не выдержала роды. Я же вам объясняла. Вы не понимали. Боже мой, помоги ей.
Зихра? Зихра? Зихра в операционной. Боже, помоги ей. Бабушка, в чем дело? Азат. Зихра не в порядке, сынок. Доченька, прошу тебя. Не бросай меня, доченька. Как Зихра? Все хорошо? Что с маленькой невестой? Ну же, говори, доченька. Мне очень жаль, Милек. Зинеп, только не говори мне этого. Я сделала все, что могла. Пожалуйста, не говори мне этого. Я не смогла спасти Зихру. Не говори мне этого. Нет. Ты врешь, Зинеп. Это ложь. Зинеп, скажи что-нибудь, пожалуйста. Умоляю тебя. Прошу, скажи что-нибудь.
Я хочу ее увидеть. Стой! Стой! Ангел мой, доченька. Не бросай меня, Зихра. Куда ты уходишь, доченька? Не бросай меня. Куда ты уходишь, доченька? Куда? Куда ты уходишь, Зихра? Сериал озвучивает Галина Метельман.